Девочки и мальчики, привет всем! Сегодня утром проснулась, и я сегодня обнаружила, что у меня в скайпе есть маленькое видео от Любочки, которую мы все очень полюбили, за которую мы все очень переживаем. Посмотрите это видео. И также под видео я сейчас оставлю номер ее счета и PayPal, куда можно будет сбросить какие-то средства, если вы хотите это сделать от своей души. Я хотела сделать, как бы, такой, знаете, на прямом эфире хотела сделать такой донат, где будет видно, какая сумма падает, и как бы... Но, к сожалению, я не смогла справиться с этой системой. Буду я это делать только в декабре. Но это, наверное, все-таки не важно. Важно, что каждый из нас... Просто, если хочет, может послать что-то от своей души, да. Я также напишу адрес Любочки. Кто-то, если хочет послать какие-то подарочки. Я уверена, что никто ничего ей не причинит, никакой боли. Я просто уверена в этом. Поэтому я то, что мне вот дали, я передаю вам. И... Мне очень даже тяжело говорить, на самом деле, я под такими эмоциями, потому что услышала вот ее, увидела ее. И, конечно, мы будем с ней встречаться, конечно, я буду вам ее показывать. Обязательно Любочка будет вам передавать приветы. Ну и спасибо вам огромное еще раз лично от меня, от Любочки, от ее дочери Настеньки, Верочки. Ну и, конечно, всем вам добра и здоровья. Да, новенькие, конечно, кто не знает, о чем я говорю, пожалуйста, найдите ссылку об этом видео прямо под этим роликом. Или напишите на моем канале просто два слова «учись жить». И вы увидите, о ком я говорю. Здравствуйте еще раз, Наталья. Хочу сказать вам огромное-огромное спасибо за видеоролики, где вы с Верочкой общались. Я вчера посмотрела этот видеоролик, такое ощущение, что вместе с вами сидела за одним столом и общалась. Мне очень-очень понравилось. Огромное спасибо Верочке, моей сестре, и спасибо вам за то, что, как говорится, вышли со мной на связь в столь поздний час. И взяли у меня такое вот эксклюзивное интервью. И также я очень благодарна тем людям, которые писали мне сообщения, и которые я еще половину сообщений не прочитала, потому что у меня не хватает времени, я хочу тоже перед ними извиниться. То, что, ну, я уже говорила, я как солдат встаю в 9 часов, в 10:30 я уже за компьютером, до 12 стараюсь рисовать даже до 2 часов. Но так как сейчас много сообщений, я рисую только до 12 и открываю все свои сайты, где я зарегистрирована, и начинаю отвечать людям. Я могу сказать, что в Инстаграм ко мне пришло 400 сообщений, поэтому вы меня извините, я всем ответить сразу не смогу. Вот, и огромное спасибо еще раз за поддержку, Наталья, вам. Я думаю, вы уже, наверное, отошли от этого шока беседы со мной, потому что многие люди, когда впервые со мной только-только начинают общаться, у них своеобразный такой шок. И, ну, они отходят через 1,5-2 дня. Ну, я думаю, вы уже, наверное, немножко отошли от этого всего. Потому что, ну, жизнь и правда переосмысливается после общения со мной. Поэтому, может быть, я почему никогда не отказываю никому в общении и, ну... в интервью, потому что, может быть, где-то кому-то как-то я все-таки в жизни помогу. И я, может быть, ради этого и живу, и какой-то у меня смысл появляется, что я
могу помочь людям, кому-то посмотреть на жизнь совсем-совсем с другой стороны. Вот еще раз.